Представители антинаркотической комиссии встретились с родителями новоуренгойских школьников. Специалисты рассказали о правонарушениях, которые совершают подростки, в том числе о фактах употребления несовершеннолетними алкоголя и табака. Новоуренгой присоединился к всероссийской акции «Зеленая Россия». 150 студентов техникума, вооружившись граблями и лопатами, вышли на улицы города. Они убирали территорию возле лыжной базы «Кристалл», а также дворы в Северном районе. Завершилось голосование за символы Ямала. 18 сентября новоуренгойские волонтеры призывали горожан активно включиться в процесс и отдать голос за памятник скважине Р2. В итоге он вошел в пятерку брендов региона.